все понимают, что ничего не изменится ни в ближайшие полгода, ни год, там, ни два. Поэтому вопрос, когда система пойдет в разнос, к сожалению. Вопрос только в этом, потому что эта система меняться не хочет. Если бы она хотела меняться, мы еще в 2014 году при рейтинге главнокомандующего в 146% там, от возможных 100%, мы бы уже видели бы смену Минфина и Центробанка, и Минэкономики, и хотя бы какую-то демонополизацию тех кадров гайдаровско-собчаковского типа, которые сегодня во власти, этого не происходит. Президент спасает своим рекордным рейтингом, собственно, вот эту команду, вот эту мафию такого толка вульгарного либерализма, шатонского консенсуса, делает все, чтобы они были на месте, ну, значит, все устраивает, значит, как бы, как сказал вице-премьер Шувалов, надо кризис кончился, пора переходить к антикризисной повестке дня. Ну, вот мы переходим к антикризисной повестке дня, погружаясь все глубже в этот самый кризис, поэтому...